Хейо, гайс и мишумики, мы продолжаем пройти игру под названием Dark Souls 2, и это у нас уже пошли DLC. Короче, как вы помните, мы здесь немножко спустились, здесь был дракон. О. И туда есть проход. Блин, я не знаю, можно на самом деле все души использовать, да и прокачаться, типа, нахер мне тянуть наше дело. О, нихера себе. Локация ядовитая, поэтому я понял, почему здесь этот враг. Булава. А, я ключ еще забыл использовать. Булава, принадлежащая солдатам святилища. После пробуждения Сина, дремлющего дракона, она была испорчена ядом. Обычные смертные погибы от удушья, подняв эту булаву. Но отравленных солдатов... Светильщи это уже не волнует. Давайте, короче, мы сделаем вот как. Я сейчас быстренько телепорнусь туда, где мы были. Так, а что тут было хотя бы за локацией? Я... Эта локация была между двух херовин. Центральная локейшн. Мы убьем ключника. Освободим девчонку. Но туда, чтобы попасть, мне еще нужно по лифту подняться. Поэтому я поставлю на паузу и продолжим, когда я уже поднимусь. Как вы видите, короче, я уже одел себе ключик. И нам осталось открыть только двери. А, и меч пропадает? Лол? Чё? Кольцо мертв? Чего, блядь? Я это все делал ради ключика? Кольцо мертвых. Позволяет выглядеть человеком даже в облике полова. Хозяин этого кольца выглядит как человек, даже в форме полова. Говорят, в склепе нежити можно вновь познакомиться с мертвецами. Мы все потеряли когда-то, и никогда не удастся обмануть смерть. В таком случае, какая радость может быть от возвращения того, что давно ушло уже в мир иной? То есть я только что сейчас потратил, использовал оружие, которое исчезло. Это чё за херня только что сейчас была? А ну, я сейчас обратно наверх поеду. Так, окей, мы поднимаемся обратно. И ничего. И нихера нету. Ну ладно. Не, на самом деле было стремновато как-то, поэтому я решил проверить. Так, давайте, короче, сходим тогда вниз, сюда. Тут просто две дороги, куда я могу пойти. Короче, это сокращение пути, это лифт, как я понимаю. Но это лифт где-то я должен внизу открыть. А он дорога как раз наверх в храм, куда, наверное, мне нужно. А, я понял.
Ну хотя бы не самонаправляющие стрелы, и то радует. Нихера, у них экстус есть? Так это, оказывается, еще даже не простые солдаты. Ау. Ну, на меня тот бежит. Не, они не самонаправляющие. Поэтому от них увернуться можно. Да, здесь я чувствую, мне уже приходится до хера стрел. Ау. Теперь вопрос, где тот чели, который на меня до этого нападал? Который хотел напасть, по крайней мере. Большой город. Большой отравленный город. Не. Попал. Попал. А тут, получается, упал, да? А сколько там? 5 самоцветов. Ну ладно, потом заберу как-то. Когда-то потом заберу. Я вот не знаю, куда лучше прыгнуть. Так, чтобы потом я не пожалел об этом. Я думаю, лучше сюда. Ну снова, чтобы это были не ловушки. Ух, нихера, там еще вниз есть куда-то проходы. Заморочились они так, заморочились. Слышу врага. Или это жуки, я не знаю, кто это. Так, короче, я понял, это какие-то ядовитые херы. Камень яда. В котором мне не стоит просто так заходить.
Так, это как раз походу проход к этому, да? Пока я не знаю, что это, я туда даже не войду. Короче, какие-то ядовитые пауки. Твои атаки. Ясно. Я понял. А это ломает... Эта херня ломает мне снаряжение, да? Да. Запомню. Что ты там спрятался, ты неугожий? Давай, беги сюда. Так, подожди, это ты снизу пришел? О, еще один. Клерк. Ну, слушайте, в принципе, яд-то не дают... Нехеровый. Будем честны. Я-то не дают вообще нехеровый. Чисто плюс падение. Так, вещи. О, нихера, подожди, это новые вещи какие-то? Урна молнии. Небольшая глянцевая урна, в которой заключена молния. Взрывается, нанося урон молниями. Эта урна создана в Мельфии, старая магия и пиромантия. Сила молнии в этом урне не слишком велика, но все же она станет отличной подсмотром для неопытного странника. Старый растворительный бальзам. Временно увеличивает силу. Бальзам, приготовленный из редкого растения, временно увеличит силу. Это пахучее масло слияния на разум. А, влияет на разум, давая временное ощущение могущества. Так, бальзам из золотого плода. Временно увеличит веру. Бальзам, приготовленный из редкого растения, временно увеличивает веру. Это пахучее масло влияет на разум, давая временное ощущение могущества. Так, стопем. Бац, бац. Да, хорошо, что я это атаковал, потому что эта херня живая. Интересненько. Ну, блин, видите, чисто это место все зараженное. Чисто все в яде. Так, а я потом оттуда не вернусь, да? Как я понимаю. Блин, я, в принципе, могу туда попасть. Только стоит ли оно того, чтобы я упал? Ну ладно.
А, ну в принципе нормально. Кольцо ядовитого укуса. Опа. Новые колечки. Блин, что-то у меня башка кружится. А кольцо ядовитого укуса. Одно из колец укуса, прославившее своим необычным видом. Увеличивает сопротивление к отравлению. Схожий на даже зловещий облик. Это кольцо намекает на то, что у них общее происхождение. Кем бы они ни были созданы, их мастер, он хорошо знал свое дело. Сопротивление яду. Как раз мы в локации, где довольно все в яде. Давайте пока что меня так сильно полость не закидывает. Пока что походим с этим колечком. Так, окейшки, что мы получаем? Мы получаем, во-первых, ничего. Ожидаемо. Тут главное не спешить. Поспешишь, то без жопа. Удара челектруп. Я там мог что-то забрать, но я снова же говорю, если я туда попаду, оттуда мне только косточка возвращения. А косточка возвращения, это значит, мне нужно будет заново всех убивать. Так ведь? Так ведь. Поэтому мы идем дальше просто. Потом, если что, может быть, я туда вернусь и все это дело заберу. Так, во-первых, вижу, что... Ой, блин! Откуда? А, увидел. Ядовитый хер. Блин, я вот не знаю, у меня два варианта. Либо сейчас к нему пойти, либо пойти вниз. Также у меня есть такой вариант, что я сейчас сюда просто возьму, заберу что здесь. А, у меня еще и проходы в здание есть. Опа. Выходи, приятель. Странно. О, я понял. Опа. А чё так? А что с твоим другом? Смотрю, твой друг куда-то вниз улетел. К своим приспешникам. Мусорные уродцы. Мало тут проходов. Я могу... А-а-а. Но вверх это мне не обязательно. Там может быть костер. Но мне нужно туда. Ух, нихера. Что-то там опасное стоит. Ладно, давай посмотрим, что у нас. И туда я еще не знаю, как попасть. Что здесь у нас?
До свидания. Ну, ты идешь, приятель? Давай, давай, давай. Я так пытаюсь осторожно, чтобы не грохнуться нигде. Ладно, плевать. А не, смотрите, туда можно упасть. А, ну это, в принципе, там, где вот еще те челики были. Тогда, в принципе, да. Булава. Почти. Так, вещи... А, те же самые. Так, подожди. Откуда? А, он там за этим стоит. Молодец, испугался. Сушеный корень. Корень многолетнего растения с юга. Наделен в... Восстановитель, так, недолго восстанавливает здоровье, дикие животные не выносят запах этого корня. Но странствующие клирики стараются разыскать его из-за помощи лечебных свойств. Понятно. Так, слушай, приятель, если уже на то пошло, то без жопа. Потому что, как я понимаю, тут еще кто-то будет подниматься. Я в этом аж уверен на 100%. Хорошо. Какие-то новые статуи красные. Страшные. Так, я могу подняться, хорошо. А стоит ли подниматься? Так, вокруг ничего нету. Ну, давай поднимемся, посмотрим. Типа, вы меня сейчас предлагаете спрыгнуть вниз или что? Башня, как я должен понимать, может вращаться. Либо типа что, типа того. Ага, я зато увидел, как мне туда можно было пройти. Вот там. По балкону. Это что за херня ко мне катилась? А давайте я попробую, слушайте, вот туда зайти как раз в здание. По балкончику. Ну, по этим уступчикам. А, они слишком маленькие. Ну, тогда я не смогу. Так, тогда нам нужно по верху и там куда-то по тропинке. По верху ведь? По верху, по низу. Ладно, пошли так. Лучше быстро пробежать, потому что а вдруг оно обвалится. Не хочу к тем рыцарям идти.
Так, теперь вопрос, кто Том? И побежали двое. Ну, в принципе, по одному я их забрать смогу на изи. Я думал, это элитные какие-то, а это обычные. Давайте на первый этаж, пацаны, заходим. Мы с вами разбираемся. Вот и все. Вот вся проблема. Да, в принципе, если я знал, что это обычные такие вот копейщики, я бы с ними сразился и на мосту. Если там, конечно, засады нету. А дракон чем-то проткнутый. Ясно, он бы и сам мне помог, типа, справиться с этими чертями. Надеюсь, мне никто в спину не ёбнет. Как они будут... О, сфокусированные души. Нет, тут все-таки упасть можно было. Так, сфокусированные души. Древние колдовство из священного города Шульва. Искупание сфокусирования луч душ. Колдовство в Шульве было под запретом, но все равно неизвестные умельцы умудрялись создавать такие сокровища. Да, скажите, что сейчас мост еще и обвалится. Вообще будет... Муа. А что, я человек? Да, я человек. Ох уж эти чертовы ловушки. Там призраки. Надеюсь, я это не зря сделал. Так, проверять не хочу, во-первых. Наручи рыцаря святилища. Окей. Я тебя понял, приятель. Оказывается, я тогда попал не под челику. Я попал тогда не под челику, да?
Бэкстепать их тоже нельзя. Ну, слушайте. Так, два сундука. Не мимик. Три сундука. Не мимик. Четыре сундука. Не мимик. Пять сундуков. Не мимик. И это тоже не мимик. Значит, мне нужно, чтобы превращать челиков из призраков в туловище, нужно уничтожать сначала их не тела. Так, шлем. Мне кажется, где-то будет ловушка. Нужно будет всегда быть наготове. Сосуд души. Хотя бы до... Мне нужно хотя бы до костра дойти. Старый что-то там. Кусок титанита. Поехали. Ржавая монета слома, ее можно на время увеличить удачу. А, это было? Так, 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 это все было. Было, было, было. Катарийский шлем. Странный шлем, что-то напоминает луковицу. Этот шлем поначалу кажется нелепым, но его многослойные конструкции на самом деле очень практичны и превосходно отражают физическую атаку. В таких шлемах шли в бой легендарные отважные рыцари Катарины. Наручи рыцаря святилища. Наручи рыцаря святилища. Рыцари святилища отреклись от собственной плоти, чтобы вечно защищать святилище от Сира Йорга и его рыцаря крови дракона. Так, окей. У меня плохое предчувствие, блин, ладно, давайте. А-ха-ха-ха. Я понял. Короче, пока костер не найду, ребят, серия не закончится. Но я так и думал, что от них смрад будет. Давай, привет. Так, булава. Ловушка. Я думал, ты добренькая. Она еще, оказывается, после смерти какую-то херню создает. Все-таки не зря я сюда пошел. Ха. Сушеный корень. Так, двери закрыты. Thank you.
человеческая фигурка. Так, окей. Переключаем. Надо сразу приготовиться с нижнего участка. Так, снизу никого. Мне интересно, там вот есть тоже проход, но он заперт. Порошок для починки. Так, что у нас вообще есть? Голова снова старанная. Ага. Как будто это настолько глупо, я туда попадусь. Ну, сейчас прямо. Так, дальше не пойду, потому что я вижу, что там ничего нету. Если там еще будет обвал, это вообще охерительно, чтоб я сдох. Я кнопку вижу, если что, и я на нее нажимать не собираюсь. То что по-любому здесь шипы снова же будут ядовитые. Когда какая-то ловушка, сразу видно не свет предмета, а свет чего-то другого. Так, ну я кнопок здесь не вижу. Только вот эта есть кнопка. Но там ничего не открылось. Значит, мне нужно к жукам упасть. Я понял. Это очень плохие враги.
Понял, почему мне дали сразу починочную херню. Блин, мне бы на самом деле сохраниться где-то уже. Да что-то жопа. Ясно. Я должен понимать, что я не смогу пройти сквозь рыцаря просто так. А если я сдохну, это будет жопа. Через жуков прыгать? Можно прыгнуть к жукам. Ну снова выживу ли я? Ладно, уже поздно думать. Сорян, ребят. Но я понимаю всю сложность данной локации. Я не собираюсь отдыхать здесь из-за глупости какой-то. Знаете, у нее голос миленький, конечно, в начале. Блять, там сундук. Ну мне нужно найти тело тогда этих. Я думал, там тело сохранится. А там его нету. Как вариант, там есть еще куда-то проход. Но снова, куда он поведет? Проходов до хера и много. Но надо еще дойти до них. А-ха-ха. Я понял, в чем прикол. Я понял, плохая идея. Там их аж трое. Так, ладно, он от меня потерялся. Неплохо. Да иди ты в сраку, я не понимаю, куда мне идти. Ты это понять можешь? Блядь. Еще один.
бежим, просто бежим. Я не хочу с ними драться, умру, ладно, плевать. Так, сюда. Вниз? Ну, кажется, да. Тихо, бежим, бежим, бежим. Плевать на фантома. Иди ты в сраку! Все, все, отдыхаем, отдыхаем. Ладно. Зверы пополам. Ну я костер нашел, все. Ох, фух, ё-моё. Так, давайте посмотрим, сколько я вообще пропустил. 3-2 костра здесь я пропустил. Один здесь я костер пропустил. Короче, я лечу прокачиваюсь, покупаю стрелы, и, в принципе, мы на этом с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.